И как нам сообщили буквально несколько минут назад из городской администрации, к этому часу горячее водоснабжение и отопление в ряде домов и в детском саду было восстановлено. Теперь о маленьком чуде. И не одном. Из Ульяновского перинатального центра «Мамы» сегодня выписали тройню. Две девочки и мальчик появились на свет в семье, где уже подрастает двухлетний малыш. Как чувствуют себя счастливые родители, расскажет Гульнара Шарипова. Первые объятия с мамой за целый месяц. Он изменил многое. Теперь двухлетний Паша – старший брат. Сразу двух сестренок и братишки. Сначала мы узнали, что была двойня. Вот. Сначала двойня. Вот она пришла домой. Говорит, выходи, для тебя есть сюрприз. Вот. А я такой думаю, интересно, ну какой у меня? Ну, недавно юбилей был, думаю, ну подарок какой приготовил. Что подарок сразу на троих, узнали через пару недель. Опережив первый шок и обрадовав новостью родственников, занялись подготовкой ко встрече с малышами. Мне все настраивали на то, что будет тяжело, но я ожидала, что будет тяжелее. Вот. А в целом хорошо прошла беременность и разрешила все вовремя. На 35-й неделе, как и положено при таком количестве малышей, на свет появились Анна, Владимир и Александра. Имена родители выбирали уже по факту, по святцам. Они здоровые, да, у них очень достойный вес для тройняшек. Все родились более 2 килограмм. Сейчас они хорошо прибавляют. И 2400, 2600 они сейчас весят. Мальчик у нас самый такой требовательный. Внимание, постоянно просыпается раньше, кушать просит раньше всех. А девочки очень терпеливые. Я смотрю на них и говорю, ничего себе, я уже многодетная мама, у меня 4 детей. Которые кардинально поменяли жизнь не только родителей, но и бабушек с дедушками. Многодетная семья приняла решение переехать в дом к родителям жены, где им помогут разделить помноженные на трое ответственность и счастье. Гульнара Шарипова и Михаил Державин. Вести, Ульяновск.